10 октября весь мир отмечает День психического здоровья. Его цель – информировать население о проблемах такого плана, рассказать о способах лечения и профилактики. Специалисты давно выяснили, что современный ритм жизни человечества, сильные стрессы и переживания существенно влияют на психическое здоровье человечества. По данным Всемирной организации здравоохранения, около 1 миллиарда людей живут с психическими расстройствами. 3 миллиона умирают ежегодно от вредоносного употребления алкоголя. И каждые 40 секунд один человек в мире совершает самоубийство. Каждый второй имеет шанс приобрести их в течение жизни. Однако, по оценке специалистов, наиболее подвержены риску люди до 35 лет. Психически здоровый человек любое напряжение и переживание переносит как минимум без помощи успокоительных таблеток. Он, что называется, находится в гармонии с собой и миром. Как только он понимает, что не может самостоятельно справиться с минимальным стрессом, это и есть повод обратиться к специалисту. Психически здоровый человек – это тот человек, который, в принципе, чувствует себя отдохнувшим, чувствует себя гармоничным, который, в принципе, знает, что он хочет. И тот человек, который своей жизнью и своими поступками создает минимальное количество проблем тем людям, которые его окружают. Многим людям нужно внимание, нужно знать, что они могут куда-то прийти, где могут довериться, и та информация, которая будет ими рассказана, останется только между ними и специалистом нашего центра. Сегодня более сотни врачей и психологов в Центре психиатрии и наркологии трудятся над тем, чтобы каждый человек своевременно получал необходимую помощь, причем круглосуточно. Напомним, здесь работает анонимная служба доверия. Уже более 13 лет по номеру 170 можно получить консультацию специалиста и пообщаться с ним на волнующие темы.